Какое оборудование необходимо для изготовления стереопортретов людей? Ну, во-первых, конечно, компьютер, фотоаппарат и рельса, по которой будет двигаться фотоаппарат. По-другому рельса называется слайдером. Вот такой вариант слайдера – это тележка на четырех колесах. Программное обеспечение. Расходные материалы – это фотобумага или белая пленка и линзовые растры с клеевой основой. Принтер для печати. Ламинатор. Лучше всего вот такой ламинатор для холодного ламинирования. Ручной ламинатор и с возможностью регулировать расстояние между валами. Сабельный резак, чтобы срезать ненужные края. Компьютер у вас, конечно же, есть. И фотоаппарат наверняка имеется. Нужно купить рельсу. Если у вас возникнут трудности с выбором и покупкой рельсы, обращайтесь к нам. Покупка программного обеспечения. Опять же, обращайтесь к нам. Расходные материалы. Бумага продается в компьютерных или в специализированных магазинах. Если вы не знаете, где купить линзовые растры, спрашивайте, мы вам поможем. Струйный принтер опять же продается в компьютерном магазине. Ламинатор. Его можно купить в магазинах оргтехники. Но вот такой ламинатор не везде продается. Опять же, обращайтесь к нам, мы вам поможем приобрести нужный ламинатор. Сабельный резак продается и в компьютерных магазинах, и в магазинах оргтехники. Таким образом, общая сумма от 40 до 70 тысяч рублей. То есть, как хобби, изготовление стереофотографий, удовольствие дорогое. Можно вместо ламинатора купить вот такой резиновый валик и перекатывать отпечатки к линзовому растру при помощи валика. Если линзовый растр тонкий и мягкий, то его можно резать портновскими ножницами и не покупать сабельный резак. Струйный принтер необходимо купить в любом случае, иначе как вы будете печатать стереоизображение? Я рекомендую струйные принтеры со встроенным СНПЧ. Тогда стоимость отпечатков будет минимальной. Струйный принтер, расходные материалы, портновские ножницы, резиновый валик, и можно начинать работу. Все остальное оборудование можно докупить позже. Струйные принтеры со встроенным СНПЧ стоят от 12 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Вот такая рельса стоит от 5000 рублей. Рельсы посложнее, моторизованные, с электроникой, могут стоить и до 2000 долларов. Я думаю, вы получили представление о том, какое оборудование нужно купить и сколько оно стоит. Вы сможете запланировать свой бюджет и купить то, что вам необходимо.